Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и сейчас нам нужно создать какого-то гибридика новенького. Это у нас легендарный дилораннозавр, для него нам нужен обычный велоцираптор 15 уровня, и это у нас уранозавр, да, если мне память не изменяет. Ну, в принципе, мы можем это сделать, дилораннозавра, но, наверное, этого мы сейчас делать не будем. Вообще-то я хотел бы, конечно, качнуть на максимально на 20 уровень индоминуса, но там нужно 40 тысяч или раптора, 40 тысяч нужно монеток. У нас их пока что нет, на это уйдет несколько дней, чтобы насобирать, ну, точнее, может быть, даже два дня хватит, если я ничего не буду тратить. Но на данный момент я могу создать, например, по-моему, мегалозуха могу создать без проблем. Вот это, кстати, классно выглядит, твари, вот эти вот диораджозавр, ну, это уникальные, конечно, гады, там 20-й левел нужен. Это вообще какой-то, блин, зерк. Ну, вот если на клюв смотреть. Ну, тоже для уникальных нужно 20, 20, 20, 20. Это все они уникальные внизу там. Ты тоже уникальный считаешься? Нет, это легендарный. Сюда 15-е нужны, да? Ну, этого зелененького у меня нету просто генов. Так, вот это что у нас здесь? Капрозух нужен 15 уровня. Кстати, это я тоже, по идее, могу сделать. Да, могу. Надо как-то позаписывать, кого я могу тут создать, а кого нет. Так, вот это классная тварь такая. Так, это у нас и создается на уровне с Индоминусом Рексом. Это уникальная. Как Индораптором, точнее. Уникальная тварь. Это тоже уникальный. Так, мы создали как раз Перритатора. 20 уровень Димитродон, редкий, 20 уровня нужен. Нафиг его качать до такого уровня, да? Но придется когда-нибудь, ну, если мы будем жить. Если аккаунт наш не заблокирует, пока что мы еще живые. Так, для... так, анкинтрозавр. Анкинтрозавр. Так, нужен 15-й кинтрозавр, тоже можем создать. Ну, тут весь вопрос в деньгах, у нас их нет. И никто нам подарить не хочет. Да, но давайте, наверное, мы сейчас создадим вот это вот красавчика. Мегалозуха. Но придется тут нам генов сначала понасобирать. Вообще-то мне что-то как-то амфибии не очень заходят. Ну, вот эти вот существа, амфибии, ну, горгозухи, мегалозухи. Что-то не люблю я ими сражаться. Не знаю почему, ребятки. Ну вот, Горгозух, конечно, Jurassic World The Game, он, конечно, красавчик. Самая сильная амфибия, которую уже пора обновить. Пора уже там поводить более сильных представителей. И травоядный. Ну, ладно, Сигнозух тут тоже уже уступает и все-таки мало жизни. Как и у Метриофодона. Так, ну. Так, ну 20. Аллилуйя. А то пришлось бы еще создавать. Так, ну что, момент истины, ребята. Вот такой вот у нас мегалозух. Напоминает какую-то тварь из арка, ребята. Чё-то, ну, из какой-то из версии арка. Какие у вас идеи есть? Ничего себе, какой резкий. Какой дерзкий. Надо вот это будет как-то скриншот поймать. Смотрите, какие клыки нижние вон торчат аж. Блин, жаль, что нельзя тут приблизить никак. А, подождите, можно? Ну, то есть как-то... Вот мизерно что-то можно сделать. Можно отдалить. А приблизить нельзя. Ну ладно. Ну пусть хотя бы, чтобы он поместился побольше. Он, как это похоже на смесь какой-то змеи. Ладно. На стоп-кадре попытаюсь поймать это все дело. Ну такой вот красавчик. Мы уже про него читали. Да, что если горгозуха это пантера, то мегалозуха это амурский тигр, короче, который умеет лазить по скалам, по любым ответственным этим тиграм. Но это
Сумчатый лев, по-моему, да, в арке вот тоже умеет лазить по деревьям. Так, ну, смотрим. 2700, это хорошо. Много жизни, но слабый удар. Брони нет, скорость 115. А здесь сколько было? Скорость 115, здесь скорость 120. Брони нет и там, и там. Здесь крит 20, урон больше. То есть урон 800 на 200, а у нас 2, на 200 меньше урон, но на 500-600 больше жизни. Крит меньше, да, там 20, по-моему, процентов. Такое, ну посмотрим. Брони нет, конечно, но у такой твари, по-моему, броня тоже должна быть. У всех крокодилоидов должна быть какая-то броня, как по мне. Что у нас есть? Пригвождающий удар, то есть отсутствие замены, одинарный урон. Свирепый удар, плюс 50 к урону на 3 хода, наносит один удар, через перезаряжается один раз через 3. Критическое воздействие, плюс 40% к шансу критического удара, наносит 1,5. И перезарядка каждых 2, это хорошо. То есть вот этот удар нужно сразу использовать. Да. Ну, сначала вот этот, потом вот этот желательно. Или, смотря кто против нас, если против нас какой-то демагер, то может и щит стоит использовать. И есть пассивное умение контратака. Вот, это объясняет, почему у него слабый удар. Ну, у Горгазуха контратаки нет, как я помню, да, его нет. Отлично. Ну что, тогда мы берем нашего парнишку в команду. Сейчас, вместо кого мы его возьмем? Так, кого бы заменить? Ну, давай тебя заменим. Так, у нас в команде осталось 2 травоядных. Ладно. Схватка. Посмотрим. На что он способен. Жизни много, это хорошо. Есть защита. То есть, в принципе, его можно и первым взять. И он нам попался, это хорошо. Мегалозух против стегоцератопса. Так, мы шустрее, это хорошо. Так, у него паралич будет вторым ударом. Ну, давайте попробуем шанс крита. А потом нужно все-таки, наверное, щит поставить. Ах ты, ё, замедление. Неплохо контратакует. Так, ну... Вот гад, он же сейчас нас будет парализовать. У нас неуязвимости нет. Ай, паралич попали мы. Ну, блин, разберется с нами сейчас стегоцер. Да. Да. Не очень хорошо получилось. Так. Ага. Ладно, сквозь броню. Если какой-то травоядный, да, то можно использовать вот тот удар. Так, раптор появился. Не, раптор нас сейчас же вынесет. Для этих целей у нас есть индоминус, который может сейчас же и умереть. А может и победить. А, повезло нам. Так, пластиметродон появился. Усиление сквозь броню, ну похож на нас он. Он быстрее, значит используем невидимость. Живи, индоминус! Молодец. Но он ходит еще раз. И это уже вряд ли, да? Ничего себе, он выжил и победил.
Ну, красавчик, да. В такие, конечно, минуты Индоминус может затащить, но это дикий рандом. Да, рассчитывать, конечно, на это не очень. С такой же вероятностью он и проигрывает. Так, ну чё-то пока что мегалазуха я не заценил. Так, а из него какой-то мега-гибрид делается? Нет, из него никто не делается, потому его пока качать не хочу. А вот из этого красавчика гибрид делается. Магнипиритор. Магна. Магнапиритор. Магна-магна. Так. В хитром и злостном перитателе А, ну это про перитатора. Ладно, помчались. Помчались, найдем себе еще приключение на голову. Так, если он будет, то открываться им уже тогда не будем, да? Он у нас есть. Давайте аллосинозавром откроемся. Мы и так медленнее. Это какой-то бесполезный удар. Ну, в случае первого лучше в обычный паралич, наверное, попытаться. Если нас не парализует, то мы победили. Парализовал, блин, ну не фарт. Есть такой вот у нас удар. Ха-ха-ха. Был. Ага, он быстрее, он сейчас будет ходить, да? Но этого достаточно. Парализовал, гад таки. Очень неудобный противник. Вот как-то я им не особо любил сражаться. Ну, давайте дадим ему шанс. Клыкастик ты наш. Так. Ну, он неплохо, наверное, будет заходить против зауроподов там. Или броников каких-то, которые не сильно бьют. Так. Ну, мы переживем. У нас и броня есть. И жизни много. Он подменился. Это он, конечно, хорошо сделал. Ах, ты ж гад такой, выжил. Так, а чё он будет... А, у него есть мгновенная непобедимость, еще есть такая вот штука. Так, вот будет ли он ее использовать? Нет, не использовал, хотя мог бы. Ну давай, Раптор, Раптор сейчас должен появиться. Да, но я как бы не буду даже здесь невидимость использовать. Мы... А, ты точно все правильно. У нас есть неуязвимость, его наскок нам до жопы. Двушечку сняли, и нормально. Ну, смотрите, второй бой у нас затащил Индоминус. Но на этот раз хотя бы наша амфибика осталась жива. Так, давайте сразу откроем. Так, так, так. Давайте 8-часовой откроем. Тысяча. Афекадона насыпали. Редкий Димитродон.
И секадон эпический. И даже два эпических стиги. Ну, стиги мало насыпали. Ладно, идем дальше. Еще один бой. Ну вот, блин, мне как-то не заходят мне эти гибриды, блин. Амфибийные. Давай. Вот Стегадей, Трагодисис, Амаргоцефал. Вот эти ребята мне нравятся. Он нас сейчас будет атаковать обычным ударом. Ну, хотел бы атаковать, но, наверное, не переживет. А ну-ка, двойной удар. Ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это больно, это больно. Это больно. Черт, заждался. Вот я даже не знаю. Так, это хорошо, в принципе. Тогда мы сейчас... хотя мы щит, наверное, не переживем. У него сейчас будет полтора удара. Подождите, он использовал полтора удара. У него сейчас будет двойной урон сквозь щит. Ладно, тогда просто бьем. А он использовал, блин, обычно. Если бы я поставил броню, я бы выжил. Но это не так важно. Неужто ли подменится? Будет западлянка. Завтыкал так же, как и я. Мне бы хотелось, знаете, чтобы модель Раптора была какая-то поярче. Ну, там у нас есть, конечно, Blue Echo Delta Charlie, но... Так, Зухич появился. Давайте попрощаемся с ним. Три костыря жизни. Ну, как раз то, о чем учила нас башня моя последняя, что против демагеров с большим количеством жизни... помогают шустрики с ослабляющим ударом, хотя у него удар не сильный. Да, у него это очищение, это немножко другой случай. Здесь это не канает. Зачем я так сделал? Не глядя переключился, ладно. Сейчас же будет удар с кровотечением. Трагодистис, дорогой мой, давай, покажи, на что ты способен. Крепкая броня 40%, ответный удар и красивый внешний вид. Просто его пробивает. Ну, какой-то таймер глючный в этом бою. Да, тут также нужно учитывать, что у нас есть контр-атака, и даже если мы смотрим, что удар его как бы не пробивает, то после контр-атаки удар может и пробить. Ну, в общем-то, все пошло у нас как по маслу. Так, ладно, нет, это да... А, смотреть, не-не-не-не-не, давайте вот тебя откроем сразу. А можно не смотреть, можно заплатить баксы. К сожалению, нельзя. Итак, давайте вернемся к нашим попугаям. Где тут Горгазух? Кстати, Горгазух. Из него делается Мегалозух, да. Так, скорость у Горгазуха намного лучше. Так, есть удары. То есть он против броников неплохо так заточен. Да, есть бонусы. Урон 1.25. Это классный удар. Очищение. Плюс урон 1.25 на 4 хода. То есть этот удар вообще шикарный.
И регенерация здоровья 25%. Вот реально его вторым ударом сразу нужно бить. Свирепый удар, либо сквозь броню какой-то, а потом вот этим, блин. Мне даже он больше нравится, чем мегалозух. И скорость 120, и шанс крита 20. Здесь, конечно, жизни больше, но скорость ниже, крита нет. Ну, чё-то как-то не очень вот он мне мегалозух, ребята. А как вы считаете, кто круче, мегалозух или горгозух? Или, может, даже постиметродон? Где ты, постиметродон? Давайте взглянем на него. Он ближе к мегалозуху. Вообще, подождите. Как там тебя правильно, то есть, чтобы я... Мегалозух, все верно. Он ближе к мегалозуху. То есть у него довольно слабый удар. Побольше жизни, чем у горгозуха. Скорость выше, чем у мегалозуха. Но крит такой же, как у мегалозуха. Но по ударам он ближе к горгозуху. Реально это как копия горгозуха. Смотрите, сквозь броню два удара, усиление и вот хил стоять. Постиметродон 124. Не понял. Постиметродон у нас получается круче, у него есть иммунитет. Круче горгозуха? Скорость 124, а здесь 120. Ну, удар, конечно, слабее, но жизни-то больше. Удары все абсолютно те же. А здесь есть... А, двойной в обход брони. Есть двойной в обход брони. А здесь нет. А здесь полтора в обход брони. Но есть иммунитет. 2400 на 600. 2500 на 600, грубо говоря. И 5 крит. 2400 на 600. Ну, на 200 меньше удар, на 300 больше жизни. Скорость выше, крита, конечно, нет. Ну, как-то странно, ребята. Кто вам больше нравится? Постиметродон, горгозух или мегалозух? В общем-то, надо голосовалку такую запилить. А на этом все. До скорых встреч.